Всем привет! Сегодня на обзоре глюкофон диаметром 30 сантиметров, настроен тональность пентатоника или минор, строим 432 Гц. Порядковый номер 803. Давайте слушать, как он звучит. Для прослушивания лучше использовать наушники, либо хорошую акустику. Инструмент имеет гравировочку от обозначения нот в руническом стиле, поэтому здесь легко ориентироваться, где какая нота, очень удобно. Ну а для тех, кто нот не знает или нет какого-то музыкального образования, то этот инструмент сделан таким образом, что на нем может играть абсолютно любой человек без каких-либо знаний в музыке. Он полностью интуитивный, здесь все ноты гармоничны, поэтому куда бы вы в какой последовательности не ударяли, будет красиво звучать. Поэтому на нем может абсолютно любой человек играть, здесь каких-то специальных знаний не нужно. Все интуитивно, все идет в потоке, поэтому он подходит для медитации, для расслаблений, ну и просто для музыкальных импровизаций, абсолютно любому человеку доступен. Цветовая гамма здесь фиолетово-бордовые оттеночки, лепесточки идут золотистые, это латунирование. С обратной стороны ножки из натуральной кожи. Ножки позволяют вам ставить его на твердо и не бояться, что лаковое покрытие поцарапается. Можно поставить, даже можно двигать, в принципе, ничего с ним не случится. Также ножки обеспечивают инструменту возможность звучать на твердом. То есть можно на стол поставить и играть. При этом вам не нужно никакие подушечки подставлять специально, искать какие-то мягкие места. Просто ставите на стол и играйте. Главное, чтобы вокруг инструмента не было каких-то посторонних предметов, потому что у него мощные вибрации, он будет передавать, и все вокруг будет дребезжать. Просто надо это учитывать и убирать. Либо там, если, допустим, стол какой-то расхлябанный, он тоже может вибрировать от этого. Поэтому самый лучший вариант – это вот вы ставите, когда на ноги,
садитесь на стул, либо в позу лотоса, либо как вам удобнее, и играете. И вот эти самые все вибрации, они будут вам в тело передаваться. Вы не только слышите, но и чувствуете инструмент во время игры. Есть даже специальные, делают звукотерапии с ними, то есть на живот, на спину ставят, там куда угодно. Ну, я в этом не специалист, но знаю, что есть такие практики, и люди берут именно под эти вещи. Инструмент тоже хорошо подходит, и хорошие отзывы, в принципе, от этих практик. Инструмент можно к нему заказать дополнительно чехол, сумка. На него есть отдельный видеообзор. Можно посмотреть здесь в поиске на канале, либо на сайт зайти посмотреть, либо в группе ВКонтакте. Все ссылочки в описании есть. Переходите, смотрите. Ну, либо просто можете написать комментарий. Я комментарии читаю и отвечу вам на ваши вопросы. Пожалуй, все рассказал. Такой на сегодня обзор. Всем спасибо за просмотр и всем хорошего настроения.